Да, вот это морозик, полностью лед. Алло. Комарик стоит в гараже, сухенький, красава. Питербилт у нас 359. Все как положено, на стенке висит. Да, народ. Это что-то с чем-то просто. Сиэтл заморозился полностью. Полностью замороженный. Все во льду. Дороги все во льду. Это как мне сейчас в машину заходить, залазить? Все дороги у нас во льду, все заморожено. Как-то так. У нас, кстати, такое заледенение. Первый раз в Вашингтоне. Так что всякое бывает. Такого мы еще не видели. Чтобы фривеи у нас были замерзшие. Сейчас выехал, сколько деревьев лежит просто. От заморозки, да? Замороженные, тяжелые. От тяжести льда. Так что, народ, всем привет. Из замороженного. Просто во льду, Сиэтл во льду. Сегодня мы должны были с Тёмой ехать загружаться. Ну, нам не разрешили. Сказали, давайте лучше завтра с утра. Погодка будет намного лучше. То сейчас поеду трака хоть проведаю. Посмотрю, что там с траком. Может, трака еще надо будет размораживать полдня. И это, народ, если мы с вами доедем до трака. Кто его знает, где улицы посыпанные, а где не посыпанные. Так что все улицы, все фривеи были полностью льдом покрытые с утра. Фривеи закрывали прям местами. Вот это глобальное потепление, я понимаю. Тепло и весело. Все, смотрю, на джипах, на кроссоверах ездят. Что это у нас впереди идет? Поднятая. Тойотка, он 4х4, да, поднятая, ползет. Дядя Вова на своем броневике, задний привод, еще летняя резина. Погнали, пока не дали. А что тут очковать? Очковать не надо. Вон даже джиометра поехала, ничего не боится. Погнали трака разморозим, а то нам ночью выезжать. Нашел у себя дома зеркало, везу две шкряблки. Будем сейчас лед от это самое отдирать от трака. Так, как у нас тут с горы? Туман или это этот самый? Замерзший туман. То, что у нас прошел замерзший дождик. Вот так вот. Все заледенело сразу. Машины поливают, смотрю, в гору. Значит, мы с горы спустимся, да? Если не съедем, то... Как она называется? Скользить, спустимся, как на санках, да? Бочком, бочком и тама. Такома. Не работают у нас фонари. И кто-то уже кого-то поцеловал. Да, не сильно хорошо, конечно. Плюс все еще заморожено.
просто он куда-то заехал. А, ну да. Да, прикольно. Сбил трансформатор, получается. Там все, он замерзший с той стороны. Весь мост замерзший. А он-то что? Он-то гонит себе. Не знает человек, что первое замораживается — это мосты. Под мостами продувает. Мосты, как этот самый, как каток получается. И все, сбивает трансформатор, и светофор больше не работает. А вот этот светофор, по-вашему, работает. Буквально на следующем блоке. Маленькие улицы у нас в Такоме. Вообще не посыпаны ничем. Полностью еще во льду. Нормально так. Траки стоят, замерзшие. Вольво вся в сосульках. Красава. Уличные жители спят себе красиво. Наши красавчики. Да ты чё, просто красота. Да ты чё, сейчас поближе подойду, засниму. Мы с Тёмой стоим загруженные. Завтра выезжаем. Задний козырек. YouTube и Instagram. Custom Rigs. Поняли, да? Просто красота на красоте. Да ты чё? Да ты чё? Ну, такого в Вашингтоне у нас еще не было. Чтобы сосулька была длиннее моего пальца, да? Как вам такой гангстер лук? Теперь у Тёмы, можно сказать, бампер касается пола благодаря сосулькам, да? Красиво сидит. Заниженный кеша. Просто класс. Ну а у нас тут без козырька. Хватает сосулек своих. Да, класс. Класс. Вот это зима. Вот зима, я понимаю. Как вам колпаки? Да. Зима — то, что треба. Как доктор прописал. Сейчас мы вот сюда прикручим зеркало новенькое. Вот эта фотография, народ, я не знаю, как вы. Ну вот эта фотография. Это сколько мне его надо будет? Раз это самое. Кто-то хотел, говорит, дядь Бог, поставь крылья кастомные, да? Вот поставил, что, народ, нормально? Как раз этот гэп закрывает. Вот эту щель, получается, закрывает между колесом и крылом, да? Так будем ездить, так оставим. Классно, классно. Новые колпачки заморозились. Говорит, они все равно здесь не в тему. Какой толстый лед, это просто... Просто толстенный лед. Да ты чё? Да ты чё? Вот это Петруха, а? Здесь фотография за фотографией. Вот она вам, фоточка. А мой, опа, сидит на земле. Вот сосулька. Вот сосулька. Дотрагивается земли. Все, официально. Мы сидим на земле. Ну что, посмотрим, как у нас справа внутри в салоне.
если дверь не заморожена, как говорится. Ну-ка, ну-ка. Зараз побачимо. Раз только. Легенько. Чётенько. Сухенько. Как эта вся красота смотрится в салоне. Ну а мы что, дальним светом моргать мы не будем. Просто включаем зажигание. Фьюл помпа у нас накачивает давление и погнали. Как давление? Ну, солярку, да, в инжектора. Поняли, да? Да, батареи надо заряжать 100%. Пускай потарахтит с часик. Как раз разморозится. Батареям, ребят, я в прошлый раз... Ну, как в прошлый раз? Когда-то, да, дома я их заряжал. Заряжал, когда купил трака. Ему уже, по-моему... Если я не ошибаюсь, ему уже 3 года. Батареи уже практически свое отходили. Так что если мы эту зиму отходим нормально, без приключений, то надо будет их менять уже скоро. Если начнутся приключения, будем раньше менять. Как-то так. Температура у нас всего-навсего нулевая. Нулик по Цельсию. Ну все. Трак прогрели. Как мне эти желтые лампочки нравятся. Зеркало прикрутили. Как тут и стояло. Да, но сосульки что-то не хотят размораживаться. Ну да ладно. Если что, завтра так поедем. Кастом у нас крыло стоит. Все как вам нравится. Ну да, люди, конечно, конкретные. Все, мужики, всем спасибо. Если что, до завтра, да, прокатимся с вами. Вот она, серьезная морда. Народ, всем привет еще раз. А хотя даже и не помню, здоровался я с вами, не здоровался сегодня с утра. Значит, поняли, да? На лыжах. Сноумен на лыжах. Значит, как узнать русского человека в ресторане? Всегда будет пить кофе или чай с ложкой и одним глазом щуриться. Если даже ложки нету, то все равно по обычаю, традиции будет один глаз щурить. По привычке. Искал это слово. Значит, привычка. Queen Anne. С черри внутри. Самые мои любимые черешни. Так, ты чё? Такие классные конфетки. Значит, сегодня даже не планировал делать видос, так как я не работал. Сегодня у нас весь Сиэтл был замороженный. Полностью весь. Куда бы ты ни поехал, все было во льду. Значит, сегодня мы дома были. И смотрю,
Дэн Саб у нас заболел. Ну, думаю, ладно, ради Дэна надо сделать. Видосик запилить. Вот такие вот. Черешни. Made in USA. Queen Anne. Queen Anne вы все знаете. Мы там были. На горе Аннушки. Как-то загружались, да? Не раз и не два, а целый месяц. На самосвале. Чай должен быть горячим, но ни в коем числе не чефиром. Значит, Денис, только буквально Михалыч писал, что начал, пошел на поправку, тут хлобысь Дэн заболевает. Вот и называется, прокатил я вас на контейнере. Так что, ребят, кто-то мне до этого, вот, неделю назад писал, или две уже недели прошло, что с больницы смотрел меня, забыл ваше имя. Извиняюсь. Но я надеюсь, что вы тоже поправились уже. Уже две недели прошло. Так что Дэну желаем скорейшего выздоровления. Выздоравливай. И больше на контейнере не катайся. Когда все на контейнер полезли, а ты сиди на своей табуреточке. Тебя же никто не гонит. Правильно? Так. Едем дальше. Зачитаю опять классное стихотворение. Значит, первое стихотворение Владик написал. Наступило морозное утро, трак бежит, отпустив тормоза. Габариты зовут, просыпайся, отражая причудливый блик. Просыпайся, отражая причудливый блик. Впереди в горизонте рассвета облаченная стаи зорниц. Нас встречает стая величава, сопка снежной волною ресниц. Владик, большой привет тебе, но что-то не знаю, то не в ритму, то не это самое, то ли я неправильно читаю, да? То ли где-то это самое, ты скачал этот стишочек, чуть переделал. Что-то тут, не знаю. Короче, садись два. Завтра с матерью опять. Садись пять, вот так у нас говорили. Вот все позабывал, а. Садись пять, завтра с матерью опять. Выучи стишочек получше. Так, Вадим Иванов. Привет тебе, Вадим. Пишешь, большой привет из Питера. Питеру огромный привет из Америки. От дяди Вовы. Дальше читаю. Дядя Воря... Приехали. Дядя Вова парень хват, и Артем неплоховат. Чинят траки вместе лодки, рейсы делают и ходки. Траки выглядят улетно, установят что угодно. Части четко раздвигают и контейнер выгружают. Траки делают вдвоем... Вы команда, два в одном. С Рождеством вас поздравляем и добра семье желаем. Доброты вам навсегда, счастья, радости, тепла. 14 лайков. Вот это стишок, я понимаю. Как бы все в ритму и все про нас. Спасибо огромное от души. Респект. Жму тебе краба. Вадим. Константин Эш. Константин Ше. Привет тебе. Ничего на свете лучше нету, чем ездить на дяде Вове по белу свету. На дяде Вове по белу свету. Не, по мне ездить не надо. На мне ездить не надо. Чем ездить на дяде Вове по белу свету. Давайте лучше на Петровиче, да, будем ездить, а не на мне. На мне далеко не проедешь. Я вас поскидываю быстро. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любимые дороги, дороги. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любимые дороги, дороги. Это, наверное, рэп какой-то, да? Читать надо под бит, музыку такую. Цыка-цыка-цыка, да? Следующий. Выпьем за ваше здоровье. Кто на сегодняшний день
болеет. Ребят, всем крепкого здоровья. Сейчас, да, сейчас такой сезон, пошли болезни. Меня это не страшит, я человек не болею никогда. Поэтому ничего не боюсь. Так что с меня пример не берите. Он дурной и заразный. Так что, ну у меня такой организм. Мне не страшен серый волк. Серый волк. Так. Кто меня смотрит, да, уже вот с Красного Петербилда, когда этот типа ковид начался, да, всех напугали, все обгадились. Я поехал по всей Америке на своем красном петюне искать его. Не нашел. Его нету. Но это чисто для меня. Не говорю, что для всех. Кто в него поверил, тот и заболел. Это так и есть. Значит, следующее у нас стихотворение Георгий Печоров. 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 Вот не знаешь, куда ударение ставить, да? Извиняюсь, ребят. С Рождеством Христовым поздравляю. Мира и достатка всем желаю. Будьте счастливы, здоровы. Здоровы. Берегите дом детей. Одарите добрым словом окружающих людей. Ну, это тоже, наверное, не сам придумал, а с книжки взял, да? Может быть. Если сам придумал, то четко. Если где-то скатал, ну, тоже четко. Ну, сейчас все начнут мне это самое, азбуку, да, здесь писать. Я вам буду всем зачитывать. Короче, если что-то вот про Петровича напишите, я буду читать. А если просто так, стихотворение, то я зачитывать не буду. Не обижайтесь. Алекс 9668. Привет тебе, Сонь. Из Америки. Значит, пишешь. Дядя Вова нас встречает. В трак крутой свой приглашает. Там в кабине за рулем разговор идет об всем. Что ты видел? Как дела? Питербилд мой, как стрела. Ласково мотор урчит. Но это не про Каммингс. Это про Кетерпиллер ты сейчас. Ласково мотор урчит. Шинами слегка шуршит. Китайскими. Нет, точно. Он идет трубой пыхтя и колесами крутя. Поработать нам не влом. Вот контейнер отвезем. Про природу малость вплел. Незаметно день прошел. Про природу вплел это 100%. Плетет, что это самое, что хочешь, наплетет вам. Так что это самое. Ну, что тут не наплетешь, да? Ну, глобальное потепление. У всех снега, у всех заморозки. Тепло на улице, хоть в шортах ходи. Так что, народ, еще раз, Денчик, дорогой, выздоравливай быстрее. Как я говорил, мы за тебя помолимся. И за всех вас, подписчики мои дорогие, не болейте. Всем крепкого здоровья. Ну и всех еще раз поздравляю с Рождеством Христовым. От Луки 2.11 написано так. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Вот такими словами хочу вас поздравить с Рождеством Христовым.